Часто именно в декрете женщины принимают решение сменить профессиональный вектор. И здесь все большую популярность у северянок приобретает собственное дело. Ведь при хорошей организации оно позволяет и о семье заботиться, и о саморазвитии не забывать. Уже не первый год проект «Мама-предприниматель» помогает женщинам открыть собственный бизнес. Женщины сегодня хоть и являются, по сути, слабым полом, но давным-давно работают в профессиях сильных людей. Женщины, конечно же, представлены в бизнесе и в политике. И замечательно, что есть такие конкурсы, конкурсы поддержки, которые дают возможность нашим женщинам, которые захотели открыть свое дело, заявить о себе, о своих идеях. В этом году заявки на участие подали 54 женщины со всей области. Но в финал попали только 26 наиболее перспективных проектов. Их авторы прошли бесплатное обучение основам предпринимательства под руководством опытных наставников. В конкурсе «Бизнес-идей» победила Ольга Пельгуева из Мурманска с проектом «Фотография с дополненной реальностью». На его реализацию девушка получит грант в размере 100 000 рублей. Всеволод Краснов, Илья Бояркин, ТВ-21+.